Всем привет! Сегодня мы делаем выпуск. Всем привет, ребята! Сегодня мы с Артемчиком будем изучать буквочку Р. Это очень сложная буквочка, да, Артемчик? Да. Потому что ее очень сложно выговорить. Буквочка, а ну повтори. Р, правильно. И у нас с Артемчиком будет, как обычно, три задания. Первое наше задание. Мы будем делать буквочку Р с помощью цветного песка и пальчикового клея. Вот у нас есть цветной песок разноцветный. Мы сделали. И пальчиковый клей. Мы мажем нашу буквочку. Конечно. Мы мажем нашу буквочку пальчиковым клеем и приклеиваем песочек. Мажем буквочку, хорошо мажем. Умница. И теперь посыпаю. О, липкая. Липкая. И теперь посыпаю песочек. Песочек с Артемчиком мы делали сами в домашних условиях. Если вам интересно, как мы его делали, заходите, ссылка будет в описании. Ух ты! Да, да. Покажи, я. Пожалуйста. Вот такая буквочка Р получилась у Артемчика. А, это я. Подожди, я еще не сыпала. Сейчас покажешь. Да, я. И вот такая буквочка Р получилась у мамы. Первое наше задание мы закончили. Артемчик, ты запомнил, какую буквочку мы учили? Рисовать. Правильно, буквочку Р. Ну что, переходим ко второму заданию. Да! Артемчик, что это лежит возле тебя? Тесто пластилин. Тесто пластилин, правильно. А что нарисовано на этом рисунке, ребята? Радуга! Радуга, правильно. А радуга на какую буквочку начинается? Р. Умница. Умница. Во втором нашем задании мы с Артемчиком будем делать радугу. Мам, я расскажу, какие. Артемчик, расскажи, какие у тебя есть цвета? Красный, голубой. Это синий. Синий. Зеленый. Фиолетовый. Голубой. И желтый. Умница. Я хочу самого. Давай мы начнем сверху. Верхний слой у нас будет красный. Все, Артемчик, красный цвет готов. Да. Мы с Артемчиком сделали верхний слой радуги. Готов. Красный наш цвет готов. Следующий, нет, это будет самый нижний. Следующий наш цвет будет оранжевый. Оранжевый. Да, где у нас оранжевый? Давай. А вот он. А вот он, да. Давай будем делать оранжевый. Вот это. Да, правильно. Будет у нас оранжевым цветом. Начнем? Да. Готов.
Готова вторая? Да. Сейчас я покажу сначала. Давай, покажи свои. Ты неправильно. Вот так я сделал. Да, вот так вот Тёмчик сделал второй цвет радуги. Но я. И вот такой вот второй цвет радуги получился у мамы. Я сейчас перешаю. А Тёмчик, третий на стене будет желтый. Я его... Сейчас я его... Ты его прячешь? Доставай его оттуда. Вот он у нас. Вот у нас желтый цвет. Давай будем делать третью полоску. Давай! Давай! Держи. Вот такой вот третий цвет Артемчик желтенький присоединил к своей радуге. Сколько у тебя уже цветов, Артемчик? У меня есть один красный, два, оранжевый, и третий желтый. Желтый. Умница. Да, осталось еще вот столько, да? Еще 14. Четвертый наш цвет будет зеленый. Зеленый. Артемчик, где у нас зеленый цвет? Вот он, правильно. Давай, будем делать четвертый цвет. Зеленый. Подели. Пожалуйста. Держи. Спасибо. Пожалуйста. А у нас... Все. Все, зеленый цвет готов. Вот такая радуга уже получается у Артемчика. Следующий у нас цвет. Да, правильно, пятый. Голубой. Голубой готов? Такой голубой Артемчик присоединил к своей радуге. Какой у нас следующий цвет? Голубой. Синий. Правильно. У нас остался синий и фиолетовый. Следующий у нас будет синий цвет. Я уже тебе уже начал показывать. Да, давай делаем. Синий цвет готов? Вот такой синий цвет Артемчик присоединил к своей радуге. Ну, и остался у нас какой-то... Один! Один! Какой один? Каким цветом у нас остался? Скажи. Фиолетовый цвет у нас остался. Вот такая радуга получилась у Артемчика. Очень красивая. И вот такая радуга получилась у мамы. Артемчик, тебе понравилось делать радугу? Да. Ребята, а вам понравилось, как мы с Артемчиком делаем радугу? Ты запомнил, на какую буквочку начинается радуга? Да. На какую? Умница. Радуга начинается на буквочку Р. А сколько цветов у радуги? 7 цветов, правильно. Ребята, а вы запомнили, что радуга имеет 7 цветов? Второе задание мы с тобой закончили. Ну что, переходим к третьему? Да! Давай! В третьем задании нам понадобится 2 листочка белых. Пальчиковый клей. Маркер любого цвета. И разные-разные конфетишки. Мама, посмотри, какие.
Артем, тут у нас очень любит конфетишки. Да, я знаю, что ты любишь. Мама, конфетишки. Мама, где остальные конфетишки? Вот, посмотрите, тут даже мама, есть конфетишки-лошадки. Мама, а здесь есть какие? О, смотри, даже вон паучок есть. Посмотрите, какие классные. Тебе нравится? Да. Что там еще есть? Посмотри. Да я хочу. Пицца, смотри. Где? Вот. Посмотрите. Даже Китти есть конфетишки. Жон. И слон есть. Теперь слушай, какое будет третье задание. И листочки есть. Третьим заданием мы будем на листочках обрисовывать свою руку. И на эту руку сердечко. И на эту руку, которую мы обрисуем. И мы наклеим на нее конфетишек. А ты знаешь слово «рука»? На какую буквочку начинается? На букву «Р». Правильно. Все, ты закончил? Артемчика, рука готова? Дай, пожалуйста, сблизко. Посмотрите, какая красота получилась. У Артемчика есть и Hello Kitty, и месяц, и лошадка. Много животных. Вот такая красивая ручка получилась у Артемчика. А вот такая вот рука получилась у мамы. У нас с Артемчиком получилось очень веселое задание. Да, Артемчик? Артемчик, а что это такое мы с тобой нарисовали? Что это? Ручки. Ручки, правильно. А ручки на какую буквочку начинается? На буквочку Р. Правильно, вот она. Это наша буквочка Р. Ребята, вы запомнили, что это за буквочка? Ставьте лайки нам и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в нашем следующем видео. Дайте лайки! Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!